На Байконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович все еще жив. Ты полежался на нем и провел 5 лет, выслеживая его. Он мерещился мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Мы попусту теряем время. Он голоса. Бредит. Мы накачали русские. Его таким количеством этой дряни, меня что он не понимает, что говорит. Эй! Вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мейсон, и больше ничего. Вспомни прошлое, Мейсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель — секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок.